Яны сустракаются, як давние сябры, нягледзячы на ўзрост, жартуюць адзін на адным і тут жа моцна ціскаюць адзін аднаму рукі і погляды, якія нельга выказаць словамі. Шмат хто з іх не проста прымаў удзел у міратворчых аперацыях, але і ваяваў побач. Пераважная большасць тых, хто сёлета прыехаў на Гомельшчыну, ветэраны вайны ў Афганістане. Некалі ўсе яны былі адной нацыянальнасці. Шуравіі, савецкія. Цяпер іх падзялілі межы. Але такія паняцці, як братэрства і адзінства, для гэтых людзей па-ранейшым свяшчэнныя. Цёмныя сілы нашлись, чтобы расколоть наше братство, расколоть ту боевую дружбу, которая ковалась в годы и Великой Отечественной войны, Афганской войны. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому мы будем приезжать, мы будем встречаться, мы будем говорить, мы будем дискутировать. И в конце концов мы добьемся правды, мы добьемся справедливости. Сёлетнія ўдзельнікі злёту ветэранаў міратворчых аперацый – прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Украіны і краін Балтыі. Сярод тых, хто прыехаў на злёт упершыню – дэлегацыя Малдовы. Баявыя афіцэры, узнагароджаныя ордэнамі і медалямі. Яны і сёння добра памятаюць сваю маладосць і пастаянна захоўваюць тую памяць у песнях. Это единственная группа в Молдове, которая делает песни на эту тему, афганскую в смысле. И которые работаем, и вот именно работаем профессионально на сцене только на, в этом направлении, военно-патриотического воспитания. На протягу дальнейших двух дней работы злету ветеранов миротворческих операций международный турнир по мини-футболе, споборництвы по уличным баскетболе, стрельба с лука и пневматичной винтовки, дартс першинство по армрестлингу. Хоть по великим рахунку спортивные выники далеко не самое главное. Гомельский взлет воинов и интернационалистов – это, по сути, фестиваль народной дипломаты, миру, дружбы, памяти и патриотизму. Боевое братерство. Для их это вырос зусім не пустый гук. Афганцы сейчас как преемники ветеранов Отечественной войны. Потому что если брать по историческим меркам, то, наверное, единственная полномасштабная война, которая была, это афганская война, где достаточно большое количество людей участвовало, и белорусов, и украинцев. И россиян активно принимаем участие в патриотическом воспитании. Почему? Потому что патриотами не рождаются, им становятся. А у нас есть чем гордиться, я имею в виду афганцев, Белорусскому союзу ветеранов войны в Афганистане, и есть на кого равняться. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».